поздравляет с новым учебным годом школьников и телеканал «Тверской проспект». Вместе с партнерами мы отправились в 12-ю гимназию, где вручили ребятам приятные ценные подарки. А как это было, увидите в сюжете с места событий. Никогда столько детей не видел. Так, а еще в этом ракурсе. Десятки фото и видеокамеры. Все они направлены именно на них, на первоклассников. Для малышей начинается новый важный этап в жизни, который продлится 11 лет. В День знаний на праздничную линейку первоклассники пришли нарядными и с цветами. А уже завтра первый учебный день. И малыши думают, что необходимо с собой взять и как выглядеть. С портфелем, с пеналом, с рукой. В красивой одежде. Это правильно. Модница маленькая. Быть красивой, привлекательной маленькой моднице поможет сеть детских парикмахерских «Воображуля». Это сертификат подарочный от нашего партнера федеральной сети детских парикмахерских «Воображуля». Вот, держи. Поэтому будьте красивыми в новом учебном году, как и сейчас. Спасибо большое. Яркий дизайн, игровое пространство, добрые и заботливые парикмахеры, прошедшие обучение в Санкт-Петербурге. Это все про студию детской красоты «Воображуля». Все виды парикмахерских услуг для детей. Стильные стрижки, фигурный выстриг, косоплетение. Также «Воображуля» проводит различные праздники, дни рождения и мастер-классы. Ульяну на линейку привели мама и папа. Глава семьи волнуется даже больше, чем дочь. Готов помогать ей во всем. Конечно, очень волнительное событие в жизни. Все. Но будете помогать? Да, как же. А главное, в новом учебном году здоровье. К слову, за ним обещает следить партнер нашего телеканала «Клиника Добрый доктор». Вам подарок. Партнера «Доброго доктора» мы дарим вам вот такой подарок. Прочитай, что там такого положил наш постоянный партнер. Подарочный сертификат на прием. Специалисту, молодец! В клинике «Добрый доктор» на Брагина, 18, ежедневно можно посетить педиатра, лора, стоматолога, невролога и еще 50 специалистов, сдать анализы, сделать прививки и УЗИ. «Добрый доктор» желает отличного начала учебного года и всегда готов позаботиться о здоровье ваших детей. Ответственно подходит к сборам в школу не только мамы девочек, но и мальчиков. Марк одет с иголочки, готов ворваться в учебный процесс и быть круглым отличником. Я люблю учиться. А как будешь в школе учиться? Хорошо, на одни пятерки. А поможет ему в этом партнер нашего телеканала «Государственный учебный комбинат». Подарок первокласснику – глобус. Очень приятно и неожиданно. Ну все, по географии точно будет 5, да? Это точно. Государственный учебный комбинат на Дурмановском, 23, приглашает пройти переподготовку с категории «Б» на «С» всего за 18 700 рублей. Акция действует в ближайшее время. Записывайтесь. Телефон для записи 52 25 47. Стефания Арина – одноклассница. В этом году им предстоит ответственный учебный год, 9 класс. Очень волнительно перед экзаменами, потому что прям ответственно это все. Соскучились по школе? Да, соскучились. Мамы дали напутствие своим дочерям. Хорошей учебы, позитива, сплоченности класса. Успехов в этом году, удачи, да, и хорошего настроя на учебу. Партнер нашего телеканала – международная сеть пиццерий «Папа Джонс» дарит школьницам и их мамам, очень вкусный подарок – сертификат на пиццу. Вспоминайте о нас и вкусно кушайте. Такие стройные, можно все чуть-чуть себя и побаловать. Начните новый учебный год вместе с «Папа Джонс». Пусть голод не отвлекает вас от самых ярких открытий и новых достижений. А «Папа Джонс» всегда готов быстро накормить вас вкуснейшей пиццей. Лучшие ингредиенты – лучшая пицца «Папа Джонс». А уже завтра школьники вновь сядут за парты и будут грызть гранит науки. Телеканал «Тверской проспект» желает ребятам успехов и удачного учебного года.